Меня зовут Оксана Насирова. В 2007 году у нас в семье родился третий сын Данил. Роды были тяжелые, экстренные. Родила я его на 30-й неделе. Ребенок был очень тяжелый. И, естественно, из-за этого очень много проблем. Выписали нас с диагнозом спастический тетрапарез, задержка психомоторного развития и болезнь Гершпрунга. Это патология кишечника. В 4 месяца нам сделали первую операцию. И до 2 лет он перенес еще 3. Всего 4 операции на кишечник. 8 месяцев, когда мы проходили обследование, нам сделали энцефалограмму головного мозга, выявили эпилептическую активность. Поставили диагноз еще эписиндром. Мы начали пить противосудорожные аппараты. А в год нам поставили диагноз ДЦП. Но так как была эпилепсия, проводить реабилитационные меры мы не могли. До 2 лет мы лечили эпилепсию. После 2 нам этот диагноз сняли, и тогда мы уже начали лечиться в больнице восстановительного лечения города Липецка в Подгорном. Вот, лечимся там до сих пор. Каждые 3-4 месяца проходим курсы. А летом этого года мы ездили в Трусковец, в клинику восстановительного лечения доктора Козявкина, который разработал особую методику коррекции позвоночника. После курса заметна положительная динамика. Данил стал более жизнерадостный, веселый, общительный. Он стал лучше держать голову. Спинка стала покрепче. Но все равно на данный момент он не сидит, не ходит, не ползает, не говорит. Вот. Мы надеемся, что лечение в этой клинике поможет нам, поможет Данилу выздороветь хотя бы, стать более крепким. Может быть, получится ходить, говорить. Потому что, повторяю, что лечение дало результаты положительные. Но лечение очень дорогое. Курс 12 дней стоит более 2000 евро. Евро – это без проживания. А курсов надо 5-6 как минимум через каждые 4-5-6 месяцев. В семье у нас работает один папа. У нас 3 детей. Естественно, сами мы такую сумму в такой короткий срок не соберем. Поэтому мы очень просим, чтобы нам помогли. Спасибо, Господь.